Привет всем! Вы на канале Beer и Game, а мы продолжаем проходить игру Penumbra из Токио Зла. Так, вот мы только что загрузили игру и продолжаем. Тоннели, лазы в преисподнюю с мелкими гаденышами. Лазали, знаем, там лучше не задерживаться. Не хочет он туда лезть, говорит, что там паучки с маленькими гаденышами. Дальше это круто. Шаткая груда булыжников. Я мог бы их сдвинуть, но зачем? Чтобы оказаться похороненным заживо? О, крамбуш. А ведь кое-что есть, да? Смотри, там же проход какой-то вроде. Может, там все-таки как-то пройти можно. Попали мы, но здесь же что-то точно надо делать. Кислота у нас. Так, а вот, смотри, пойдем туда? Пойдем, пройдем. С паучком пройдем, если он здесь есть. Так, он здесь есть? Только не это. О, бежать, паучки, как всегда, в дырочках. Только не бежать. Бежать, похоже, бежать. Тут кругом паучки. Смотрите, сколько здесь пауков-то вообще. Мы же уже сталкивались. Ё-моё, да что такое? Все, нас сейчас съедят, ребят, нас сейчас съедят. Мы неправильно пошли куда-то, значит. Не знаю, куда тут идти надо. Куда-то вот топаем. Просто бегаем по этим тоннелям. Зачем? Ай-яй-яй. Может, они нас не найдут? Они нас не найдут. Мы спрятались. А, нет, на ой, нарешрол. Ну давай, уколем. Один какой-то. Проскрутра. Давай врезм. Так, тогда валим, да, действительно, валим куда-то. На свет. Так, там. На свет. Да тут тупик. На свет. Давай, подсказывай мне тоже. Только не говори право-лево, я вечно их путаю. А, вот сюда, дошли. Так, дошли. Хорошо. Хорошо. Не хочешь за нами пойти? Так, сейчас он получит у меня киркой по башке. Да зачем он нам уже не идет? О, бумажечка. Надо чем-то завалить. Как только сходить хочешь в туалет, сразу бумажечки подсовывай. Камнями надо завалить проход. Да. А где храбрыш? Блин, а то их напугал бессмертный упырь. Блин, гаденыш, зря я кирку отпустил, а. Ух ты, зеленая транда. Да что такое? Спать! Живо спать! Козлина, напугал. Все, надо быстрее проход этот заваливать. А что, они еще пойдут? Ты видел, сколько их там? Что-то убери мне. Бери камушек. Кати, пожалуйста, камень туда, быстрее. Какой легкий камушек. Козявка какая. Несерьезно. Плевать. Серьезно, несерьезно нам надо. Чем это, блин, закидать нам? А, вот. Ух ты, всё, какая поняла. Бетонная плита легкая. Ох, какие же мы серные. Мы очень серные. Паучки. Иду, да? Все, я завалила. То есть они там уже, да, подкапывались? Да, они, походу, подкапывались. Ах, вы отдоль. Свет, пожалуйста, дайте нам. Свет? О, какие большие сигнальные огни. Да. Какой же мы с тобой фильм-то смотрели? Там они тоже сигнальные огни использовали. Да, яички пучил. Этот, спуск, что ли, да? Где они? По-моему, там. Яйца. А мясо. Бумажечку против брать. Это что такое? Еще один мощный обвал. Черт. Как же так? Это ведь был путь на поверхность. Только что такой камень огромный взял. Мог бы и разгрестись. Какие-то документы лежат. Да, мы здесь. Увы, мои прежние друзья лежат там, где-то возле тебя. Друг поддается в беде, но из этой беды им уже не выбраться. Пусть упокоятся с миром все их разрозненные гниющие кусочки.
жестокий какой, а. О, сколько у нас всего провианта, как много. Динамика. О, каска. Она не берется. Оденем на паука, пускай бегает. Хорошо, что их можно убить. Так, дай пройти. Там что-то есть? О, книжечка. Нельзя. Так, ну это вот как какая-то переодевалка, я так думаю, да? Раздевалка, переодевалка, да. Подмывалка. Я сделала заметку в блокноте на всякий случай. Да что такое опять эта музыка? Они просто прутся, они там, хотят прорваться. Я записываю эти слова и ведь понимаю, что они станут моим завещанием последней воли. Эх, я с тремя другими шахтерами оказался в ловушке под главным стволом, что вел на поверхности. Мы тут уже 3 дня, хотя точно не поручусь. Вокруг ни одного просвета, да еще обезвоживание изводит. Мы живем только мыслью о спасательных бригадах. А как хорошо держались поначалу. Но это было давно, слишком давно. Первым не выдержал Рентон. Помню, где-то в первую ночь мы тут лежали, пытаясь уснуть. А он все выл и всхлипывал. Мы тогда думали, что его беда не наше дело. Но раз он так слаб, так ему и надо, да. А выходит, он просто сразу прикинул наши шансы выжить. Понял, что они убывают с каждым часом. С той поры он мало что сказал, но отчаяние, что грызло его, оно перекинулось на нас, как чума. Мы были дураками, что не слушали бригадира, а заплатил за то он своей собственной жизнью. Когда он начал вешать повсюду свои кодовые замки, мы решили, будто он спятил, тут больше никого не было. Так какого дьявола мы были нужны все эти коды? Ну, он раздал нам бумажки с цифрами, даже слово взял, что будем хранить, где понадежнее. Эх, так моя так и осталась в шкафчике валяться, толку от нее. Мы ведь его спрашивали, от кого хоронимся, только он никогда не отвечал. Я так дошел до кабинета того больного на голову биолога, просто чтобы проверить код от сектора С. Я как-то дошел до кабинета того больного на голову биолога, просто чтобы проверить код от сектора С. Но бригадир знал чего-то о шахтах, то, о чем не знали мы. Но ведь ребята и раньше начинали вести себя странно, так? Ненормально, в общем. Пару из них даже отправили на материк в Европу для оказания психиатрической помощи. Я как-то не задумывался об этом до того, что случилось 3 дня назад. Мы тогда были на химическом складе, когда один вроде здоровый мужик вдруг начал орать. Он и орал-то ненормально, вопил так, что у меня слов не найдется, чтобы описать те звуки. Конечно, пришлось его утихомирить. Так парень успел покусать 2 ребят и расколотить часть оборудования, пока мы его не успокоили. И ничего, как перестали держать, так с ним оказался порядок. Будто не он только что завывал, не знал только, где был. Говорит, черт где, господи. А его взгляд, я его запомню до конца жизни. Эй, даже если он и очень близок, его зрачки, они не были расширены, а просто занимали большие места, необычные, черные, страшные. А потом он вывернулся и ухватил один из взрыв-пакетов. Мы знали, что он хочет сделать. Прочли в этих самых глазах. Те, кто попроворнее, попытались выхватить бомбу, но парень уже повернул взрыватель так, что у бригадира, что рядом оказался, не было никаких шансов. К основному треку нас тогда шло 5. После взрыва осталось 4. Шахта подъемника сложилась чуть ли не перед нами. И кто знает, сколько наших осталось на нижних горизонтах. Эти глаза я буду видеть их в свой последний миг, будто они уставились и глядят на меня одного. Майлз Стэнтон. Понятно, в общем, да. Но единственное, что да, мы поняли, конечно, из этой записки. Ну, это, конечно, не единственное, но самое главное, что мы запомнили, это вот сектор С, там, да? Ну,
он сказал, что он оставил в шкафчике какую-то записку, что он ее вообще не брал, хотя бригадир, да, их главный там, который... А где шкафчик? Да, да вот ищем, где-то записка должна быть какая-то. Большая каста не берется? О! Ах вы, Адольф, спрятали! Чистый лист. Я сделал заметку в блокноте на всякий случай. И он сказал, что надо вяленое мясо. Что? И он сказал, что надо вяленое мясо. Берем, берем, а что-то... Так, нет. А, вот это проход. Значит, нам уже больше тут нечего делать. Пойдемте. Цепь прошли. Так, и он сделал заметки какие-то, да? Я отыскал дверь в сектор С, но без кода туда не пройти. Вот, нам надо туда пройти. Я нашел записку, но никакого кода на ней нет. Или я что-то упустил? Отрывок бумаги. Чистый лист, за исключением пятнышек грязи. Угу. Значит, надо кто-то с бумажечкой поджечь, чтобы код появился. Или как там обычно делают в фильмах. Угу, да. Помыть бумажечку чем-нибудь. Раствором. Странно, зачем? Как же они так замутили? Там было сказано, в какой-то кабинет биолога, да? Что такое? Ну вот как раз биолога, химия. Отлично, да. Здесь псы. Псы, псы. Так, а куда нам надо идти? Сектор С, это наша конечная остановка. А, я испугался, побежал куда-то на пожить. Пойдем сюда. Ты мог меня напугать? Шахта 13, сектор С. Нет, в сектор С мы не пойдем. Подстукивает тоже. Пойдем. Шахта 13. Где химия? Химия, биология. Где у нас, да, действительно, где у нас этот биологический кабинет? Что было сказано в записке? До кабинета больного на голову биолога, да. Давайте бежать, вообще везде будем забегать. Так здесь не указано, вот здесь что ли? Это шахта, может куда-то надо опять в железную дверь с крутилкой заныкать. Да, что-то она там захлебнула, что-то. Бежи, прям через собаку. О, да, тихо. О, какой-то облезный пёс и страшный, да. Мы тебя так боимся. Так, тихо, бежим куда-то. Куда-то бежим, не знаю куда. Главное бежать. Блин, еще одна. Вторая психа. Сейчас соберем всех псов по дороге. Главное, что он может бегать, может не останавливаться. Да, можно вот так от них убегать просто, чтобы... Главное, оббегать их, чтобы они не укусили. Так, в принципе, можно спокойно от них убежать. Да, вот-вот-вот. Сюда, правильно. Надо бы сходить проверить... Этот кот в кабинете этого биолога, да? Mm. Вот мы тут в прошлой серии были с вами. И опять сюда пришли. Эй, проходи-ка быстрее нам. Ну, чё ты не идёшь? А, пошёл. Этот биолог. А, микроскоп. Как это гениально. Так, бери записку. Не хочет. На проекта, что ли? А может в комнату ту, в ультрафиолетовую? Неужели под ультрафиолетовым лампой на чистой бумаге проступил текст? Водные знаки. Купюра настоящая. В записке сказано пароль от хранилища 1371. Так, выходи, давай. Посмотрим, что ты записал. 1371. Эй. Не, пусть она будет светлой, такой жизнерадостной. Это мы ключик доставали. Ага. Подкакал. Да это я так побежала. Он его косо побежал. Идем в сектор С, посмотрим, что там. Наконец-то мы дошли до этого сектора. Почти дошли. Сектор 13.
Шахата какака макака. Опять. Они там сами-то не боятся? Так, эта дверь завалена, никогда ее не открыть. Иди отсюда. Дольф, ну ты меня подпугнул чуть-чуть. Чё ты не бежишь, сумасшедший пес? Вот. Барабаны наш. Сектор С, сектор С, сектор С, сектор С, сектор С. Все, потанцевали под бабуина. Да. 13.71. Чи-чинг. Да. Прошли. Наконец-таки. Я прям бежала и этот код в голове держала. Так, чтобы не забыть 10 раз не проверять, что тут такое. Опять собаки, опять волки тут ходят. Опять то же самое. Так, давай посмотрим. Да, их тут кругом просто. Так, вот у нас здесь какой-то... Ой, все, я успеваю. Так, куда пойдем? У нас два химических склада, мусоросжигатель. Сектор Б, сектор Б. А, вот сектор Б. Озеро Утукак. Озеро. Честно говоря, ковок сильнее действует мне на нервы. Ты еще далеко? Нет, все должно быть близко, правда? Я сижу за стеной и сверху гор на север-востоке шахты. Ковок, какая драма. Драма задействует много ролей. Побудь ученым, знатоком химии, а потом станет ступником в разрушительном действии. Сумасшедший. Дабы высечь мое спасение из камня, можешь наткнуться на место моей последней трапезы. Осторожней, осторожней. Гладкий, сияющий полог воды не столь крепок, как кажется. Бедного рыжего чуть не утянуло на дно. Тогда в мои земли вошли двое глупых людишек. Они долго пытались выбраться, хотя попали совсем не туда, куда стремились. Я тогда вдоволь наелся мяса. Но знай, настоящая еда, еда, она должна... Лежать. Вонь жизни отвратительна. Она должна выветриться. Тогда остается только сладкий запах тела. Ну все, молчи. И жди. В общем, он, да, что-то жалеет себя, да. Собаку ух, надо ему принести, пускай жрет. Он все равно человека ел. Он человека съел. Представляете, людей. В общем, он что-то намекнул про воду, да. Он что-то сказал про воду. Значит, пойдем на это озеро, наверное. Наверное, туда нам надо. Дольфушкин, облезлый. Тебя надо ему кинуть, принести. Как раньше мясо в голове надо. Кабана на плечо и все. Ага. Озеро Утукак. Дольф, что ты там стоишь? Меня не видно, не видно, не видно, не видно. Музыка не началась. Вот понаставили тут собак-то. Вот, озеро Утукак, вот оно. Озеро в шахте. Как ты себе это представляешь? Вот так вот. Представляешь. Ладно. Что у нас тут есть? Все какое-то замерзшее, да, как я поняла? Бочкорезы. Что это такое? Ну, хоть какая-то вещь помоложе меня. Надо смотреть этот рюкзак. Может, он прольет свет на происходящее. Ничего, только старый факел да горсть таблеток. Так, последние слова мы почитаем потом. Сейчас нам надо дойти до места. До главного. Так, до сохраняшки надо дойти. О, как раз, отлично. Мы видим, да, какой-то... Что мы видим-то, хоть посмотрим. Да, вот посмотрим вот здесь, осмотрим. Озеро. Просветы. Такие, графика такая какая-то, так, трещащая. Подписка на канал, ставь группу ВКонтакте, комментируй, ставь лайк. Пока.